Акция «Бессмертный полк» в этом году на Ставрополье пройдет без традиционных шествий по улицам. Такое решение было принято в целях безопасности. Об этом написал губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, почтить память ветерана Великой Отечественной можно будет и другими способами. На официальном сайте «Бессмертного полка» можно найти варианты, как это сделать. В селе Владимировке благоустроят парковую зону на улице Лыхова. Там оборудуют пешеходные дорожки, установят систему видеонаблюдения, скамейки, урны и арт-объекты, сообщили в региональном Миндоре. Также обустроят уличное освещение и проведут озеленительные работы. Благоустройство проводят по программе формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Во второй школе села Большая Джалга в этом году откроют точку роста. Школьники смогут там профильно изучать биологию, физику и химию, сообщили в региональном министерстве образования. Также на базе центра будут работать интеллектуальные кружки. Откроют точку роста по нацпроекту образования. В селе Новая Жизнь капитально ремонтируют врачебную амбулаторию. Уже завершили отделку внутренних помещений, заменили окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Теперь приступили к обновлению фасада и входной группы. Работы проводят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить ремонт планируют до конца года.